Журнал «Футбольный мяч» отметил свой первый юбилей. В честь 5-летия со дня создания спортивного издания на стадионе «Звезда» состоялся праздник. Изюминкой мероприятия стал матч между ветеранами футбольного клуба и звездным составом сборной России. Первый выпуск печатного издания «Футбольный мяч» вышел в октябре 2012 года. Тогда это была небольшая газета, над которой трудился маленький штат сотрудников. Освещение исключительно футбольных событий. То, что отличало ее от всей остальной спортивной прессы. Сегодня это иллюстрированный журнал, выходящий тиражом 6 тысяч экземпляров. Печатное издание «Футбольный мяч» раздается в городском округе абсолютно бесплатно. Мы уже, скажем, приобрели опыт, выработали стратегию определенную. Заранее формируем материал и его собираем. Значит, основная задача, чтобы попали все футбольные коллективы, выступающие как внутри городского округа, так и на областных, всероссийских. Все, что происходит в футболе за полтора месяца, попадает в журнал. В 5-й день рождения журнала, рассказывающего все о футболе, на стадионе «Звезда» организовали настоящий праздник. Выпускники спортивной школы продемонстрировали свое мастерство во время показательных выступлений. А чемпионы Москвы по спортивному фристайлу удивили гостей невероятными трюками. Поздравить творческий коллектив с первым юбилеем журнала пришли почетные гости, именитые спортсмены и футболисты. А представители общественной палаты городского округа Люберцы вручили руководству и сотрудникам благодарственные грамоты. Нас всех действительно объединяет даже не сколько футбол, и, конечно же, он, сколько любовь к спорту. Как здорово, что есть в нашем городе люди, которые собирают детей, да, со дворов, чтобы дети у нас занимались спортом. В гала-матче, приуроченном к 5-летию спортивного журнала, приняли участие настоящие мэтры отечественного футбола. На поле стадиона встретились бывшие тренеры клуба «Звезда» с ветеранами сборной России. Ворота звездной команды охранял знаменитый Александр Филимонов, а капитаном был сам Сергей Юран. По итогам матча со счетом 3-0 победителями стали звезды России. Луиза Егиазарян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Яна Яковлева. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых интересных и актуальных новостей.